на папу. Вдвойне счастливый. Ну и что тебе делать? Я тоже на папу похож. Вообще счастливый он. Он, когда ночью спит, просыпается, говорит, не верю счастью своему, я на папу похож. Это кто говорит? Оба. Нет, Мутайчик. Да, Мутайчик? Да, папин сынок. Ты папин сынок или нет? Конечно. Вот он, папин сынок. Вот он. Счастливый человек. Он на папу похож. Ну что ты, Шамиль? Он тоже папа сынок. Вообще-то. Вот он, еще один. Вот он. Еще один счастливый. Ты рот открыл. Че? Заур Газиев? Что сейчас? Заур Газиев, что-то я не понял. В эфире что? Что-то я губ... Да, левую сторону смотрю я. Ага. Что за... Бери. Или нельзя? Сейчас. На, мутай, на. Как это? А? Ну, все. Пошли. Рамазан, перевешу. Беззвучно, я сам их увидел. Ты серьезно, это что, это шутка, а? Нет? Конечно, я тебе тогда сегодня отправлю. Сам Рамазан. Алейкум салам. Это, что за это, Заур Газиев, туда-сюда? Да. Надо проверить, что за эту информацию запустили. Насчет чего? Я с ним знаком. Что, Заур Газиев, да. Скончался, что за этот заброс денег? Я что-то даже не в курсе. Ва. Надо спросить, да. Эти шутники тоже бывают. Это... Этого не хочется, конечно. Этого не хочется. Не курить. Так. О. Что за этот? Я тебе отправлю сейчас дам. Валикум ассалам. Алло. Хорошо, бокал. Давай. Ваислам Дур, как ты? Ты не болеешь? Все нормально с тобой? А, все, не, просто информацию дают ненужную. Хорошо, главное, что ты живой-здоровый зовут. А то здесь информацию дают такую. Все, здоровье, брат, давай, Леша. Живой-здоровый, что за эти... Аж груз плеч, да? Не, ну такие вещи разве можно говорить? Да. Я не люблю, когда у меня в этом эфире запускают дезинформацию. Так. Алле, прекращайте у меня дезу запускать. Говорят. Такие вещи бывают, что ли? Так, Рамазан, как вы вчера? Вас не видно было. Вчера мероприятие было у друга. Да. Сын родился. Угу. Поэтому у нас такой мальчишник был, мужской. А вы здесь, ну ничего, Аля, смотрите, не проверяйте информацию, не запускайте. Нельзя такие вещи, это же не шутка. Зауру звоню, слушай, чуть-чуть он плохо чувствует, что такое, но говори, я же как что. Глупости вот пусть не пишут. Так, о чем? Сегодня у нас, вот у меня здесь в гостях Хаджимурат Абдулхаликович Гаджиев, наш председатель общественного совета, Рамазан тоже известный, салам передает. Рамазан, большой салам. Да, вот. Председатель общественного совета при постпрессе Республики Дагестан в Москве. Вот. Член КПРФ. Член КПРФ, да. Московского городского комитета. А звука нету, как звука нету, где звука нету, у кого звука нету? У нас есть, я слышу хорошо все. Я тоже хорошо слышу. Нет, ты-то слышишь, понятно, я вот... Нет, Рамазан тоже я слышу. Нет, это интересно. Я сейчас зайду этот... Для того, чтобы проверить звук, есть или нет, я сейчас зайду с другой этой и проверю. Так, сейчас я зайду с другой и проверю. Вот Хадулай в эфире, ну... Для того, все нормально. Чтобы проверить звук, если... Все нормально, ребята. Так, есть звук. Так.
Кто такой? Газиев зовут. Так. Сегодня мы проводили заседание Коалиционного совета НКО Дагестана. И мы, первый вопрос был о 5 месяцах правления Сергея Алимовича Меликова. Мы обсуждали 5 месяцев, которые правит Сергей Алимович, как, что и так далее. Много информации идет, пошло с федеральных телеграм-каналов, там, пабликов, да, вот этих. А Сергея Алимовича негатива и так далее. Такое ощущение, что одновременно дали команду мочить грею главу Дагестана. Вот. Алексей Валерьевна. Есть мнение, что кто-то сводит с ним свои счеты, да, там, в Москве. Есть мнение, что он же был в Москве, договорился о том, что помогут федеральный бюджет, нам даст денег на всякие проекты, программы и так далее. Мол, и появятся деньги, и кому-то опять хочется их пилить, и он будет мешать. Есть мнение, что он мешает тем, которые раньше здесь бабки гребли, им проблемы создают. Тот же самый мусорный, да, это коллапс, который произошел. Там Сдунов деньги вверх нормы давал. Вверх нормы давал тоже. Так, кто-то там группа все говорит, скрываем. Вверх нормы тоже давал. То ли 30, то ли 60 миллионов в прошлом году этим мусорной компании, которая мог сверх нормы еще давал денег. Вот. Поэтому, да, да. И сейчас из-за этого каша пошла. А сейчас выводят вчистую, как бы, да, открытый разговор, что было, открытые контракты. А им не нравится, они привыкли чуть-чуть иметь, помимо прочего. Так, видели мы все ролики и так далее. Эти ролики, вот одновременно команд, видно, что это одновременно дали команду мочить Сергея Алимовича. Вот это настораживает. Вот это и настораживает. Когда вот так начинают выворачивать, а что, до того, как Сергей Алимович главу республики не стал, что раньше не знали там, что, чего, как, именно вот сейчас начали. Вот как будто по команде раз проплатили и пошло, короче. Давай Хаджимурада спросим, Шамиль, Хаджимурада спросим, нужно мочить Меликова или не нужно? Давай, спасибо, спасибо за такой вопрос. Но слово мочить вообще нехорошее, хотя в обиходе есть оно нашем, все же понимают, что мочить это, в общем-то, любя. Но я скажу, что я с другой стороны, не то, чтобы я не согласился с Шамилем. На самом деле, на самом старте гасить человека – это неправильно. Мы тут, по большому счету, старт, хотя нас настораживает там, и кадровые решения, и прочие, многие другие моменты, и высказывания там порой. Он же не сам говорит, ему кто-то советует, советники есть необдуманные порой, там, не будем на них. Не то, что необдуманные, не готовые, да, высказывания, да, ну… И есть такая тенденция, что там сегодня одно пообещал, завтра другое обещает. Так, значит, не дадим там врачам воровать, не дадим учителям там еще что-то. Ну, я условно говорю, да. И высказываний очень много каждый раз. Все вроде хорошо, что все вроде правильно, но тем не менее, ну, зачем чистить, да. Это Жириновский у нас по этим делам мастер, всем все пообещает. Каждой женщине по мужику, каждой мужчине по трем женам там и так далее. Да? По бутылке водки, да, 362. Вот, поэтому я думаю, что нашему руководителю этого делать не стоит. Ну, не в том смысле, конечно, он делает, но тем не менее много дается правильных, хороших обещаний. Их надо еще выполнять. Это, конечно, уже начинает кого-то раздражать. Я другое хочу сказать, что это хорошо. Чтобы руководитель, неважно, это Меликов, не Меликов, чтобы руководитель был в собственности в тонусе, ну, глупо было подумать, что его не будет кто-то оппонировать, да? И это хорошо. Мы проходили, когда не оппонировали. Более того, мы проходили, когда были в Дагестане, в котором невозможно ничего было говорить ни в прессе, и даже в... Было такое тоже, но еще это получилось. Поэтому, или когда это делалось, кто-то к нему какие-то предпринимались действия. Поэтому я считаю, что ничего страшного, он как-то переживет все это дело. Конечно, компанейщиной, как Шамиль говорит, попахивает. Потому что эти ролики сделаны профессионально. Ну, что, а мы кто такие? Мы ее на кухне не сделаем. Допустим, я таких роликов не смогу. Я не буду их делать, конечно, не наш стиль. Но, тем не менее, это еще второй момент. Еще означает, что надо блюсти чистоту мундира. Не только в словах, но и в делах. Чтобы ни к чему было придраться. Это мое пожелание Сергею Алимовичу. Мы с ним практически ровесники. Да, и жизненный путь у нас вот, тоже по годам, во всяком случае, одинаковый. Поэтому, ну, он, наверное, и без меня знает.
что, ну, не прилипает. И к нему, я надеюсь, не прилипнет, если ты не даешь даже малейших каких-то косвенных поводов. Пока все нормально. Значит, я скажу так. По Дагестану претензии есть конкретно, вот, твое мнение? Вот, я еще больше скажу по Дагестану, если мы возвращаться не будем к этому вопросу. Я скажу так, это самое. 5 месяцев полет нормальный. Так, да, во-первых. Во-вторых, я скажу, вот я шутил, вот и, ну, у нас вечерняя передача, наверное, нужно расслаблять. Значит, Меликов, он генерал, он идет, вот, чтобы, знаете, военные люди всегда идут с левой ноги. Да-да-да. С левой ноги. Ну, я тоже служивый человек, я хожу с левой ноги. Ну, вот, ну, принято, с левой ноги вперед ходишь, с левого плеча поворачиваешься и так далее. А мы знаем, что вообще половина наших земляков, и не только земляков, в силу других религиозных обстоятельств, с правой ноги ходит. Так вот, я как это метафора, наверное, да? Надо сделать так, чтобы мы все ходили с одной ноги. Чтобы вся республика и большая часть ходила с одной ноги. Пока это не так. Предыдущим это не удалось. Все равно все ходили с разных ног, а некоторые вообще никуда не ходили. Поэтому я желаю, чтобы, как в этом было, кто там ходит правой, все должны идти левой или наоборот правой, да? Вот, вот это задача. А то разброды шатания. Да, а так разброды шатания. У меня все, дорогие друзья, говорите дальше. Я немножко тогда добавлю. Иногда критика не помешает, когда человек, видно, его высокая планка, да, он чуть-чуть спускается, его тонус держат, критика возгоняет его на обратно высокий уровень. А мы практически не знаем уровня Меликова, что он сделал, на что он метит. Вот судим только по реакции на какие-то события. Вот сейчас крупнейшее событие – это подорожание мяса. Сегодня 550 рублей было мясо. При Ждунове такого даже мечтать не могли. Когда 300 рублей стало, мы вообще возмущались. С тех пор зарплаты не изменились, мясо стало 550. Казалось бы, экстренные меры, что-то должно было случиться такое, ничего не произошло. Теперь смотрим дальше. Цыплята. Цыплята, оказывается, вот эти цыплята, которые инкубаторы можно сколько угодно выводить, в Дагестане все завозится из Китая. Видно вас, видно. В данный момент сейчас мясо тоже два раза, птичье мясо тоже выросло. Для Дагестана, который мясом питается, мясом закусывает и мясо жарят, если мясо подорожало, и в это время правительство молчит, Мелику должен сказать, ребята, давайте я вас выгоню. Может быть, лучше, все равно она уже невозможно остановить. Вы даже реакции не даете. Вы даже не выяснили, почему это произошло. Какие причины к этому привели? Хуже будет дальше или нет? Ваш прогноз? Меликов ничего не спросил. Значит, он не заботится о нас. Так, по поводу мяса. Вот мы знаем, что в том же самом Ногайском районе, да, там же пески наступают, 68 кошар засыпало. Да, откуда мясо? Откуда 68 там? Кошар засыпало. В Ногайском районе, я вот сегодня вот разговаривал с моим другом Бекмурзой, коллегой, да, общественной палатой он был раньше, 68 кошар. И все земли отгонного животноводства, где есть, вот, они засыпаны. Об этом мы говорили же, и в эфире говорили, и видеоматериалы представляли, видеоматериалы. Просто едет Шами. Машина по дороге, барага в песке, все, никуда не вот это, об этом вы... Вот. Шамиль, это же кошари, они внезапно, как будто взрыв засыпало, внезапно такое, да? Они медленно засыпались. Наступление пустыни не бывает таким стремительным, чтобы можно было что-то не предпринять, перекинуть в других местах, там, стойловое содержание и так далее. Единственное, что можно сказать о том, что сейчас мы, если будем на эти власти... И так я никогда не надеялся, конечно, на власти, своим делом занимался и своим родственникам, тухом всегда своим делом и занимались, на власти не надеялись. Но факт же остается так, что очень большое количество народа надеется на то, что правительство о них заботится, что оно предвидит наступление таких последствий, да, и заранее готовится. Ничего этого тоже не видим. Что, почему об этом вы не судили сегодня, на этом заседании вашем, сегодня, которое было? Нет, ну смотри. Реально сейчас политическая ситуация, да, обостряется. Мы об этом говорили. Там все же в комплексе идет. Проблемы пошли с водой, как ты знаешь, да? Да. Рамазан. С мусором.
создались проблемы. Вот одновременно такое ощущение, что кто-то начал торпедировать Сергея Алимовича, Абдулфатаха Амирханова, как будто бы, вот, знаешь, вот, как будто специально, я не знаю, это, я не считаю, что это случайность не может быть. Только стал генерал Гонцов, бах, через несколько дней, два дня, что ли, вот эта водой проблема пошла, перекрыли там эту Толгинку, реку, пустили туда в канал, и поэтому люди уже пить воду не могли, грязь пошла. Это же, почему раньше такого не делали? Почему именно сейчас делали, когда мэр Каспийска новый стал? Потом по мусору, да? Мне кажется, чистый саботаж идет. И я не знаю, они как выкручиваются, думают, что делать, как, но мне надо, мне кажется, надо жестко наказывать за такие вещи. Кто это делает? Установить, арестовать на нарву. Другого варианта нет. Потому что если так не действует, дальше еще хуже будет. То же самое, например, вот подорожание. То, что, например, засыпало, да, на Хайске, это уже информация с осени шла. Мне скидывали еще осень, еще октябрь, ноябрь, скидывали вот это, говорили, смотри, что происходит. Я, честно говоря, удивлен был. Машина едет, и все, дорога закрыта, на Хайский район, песок, просто некуда ехать. Это было удивительно, честно говоря. Вот. Но это было октябрь, ноябрь, что вот тогда видео скидывали. Накопившиеся проблемы... Нерешенные проблемы по сельскому хозяйству привели, мне кажется, к тому, что вот и мясо подорожало. Бараны песок жрали, умирали. Вот открывали, говорят, внутри песок. Ну что, не кушали? Песок. Ну, да, это же не дело, ребята. Корма подорожали ужасно. Корма подорожали. Прокормить. Вот, вот даже в том же Ставрополе был. Дождя не было. Травы нормально нету кушать. Корма все время покупают. Корма тоже резко подорожали. А когда ты корма дорого покупаешь, ты же должен оправдать все. Понимаешь? У нас в Дагестане есть места, где трава есть, а никто животноводством не занимается. Странно, да? Места, где есть трава, да, проблем нету, там и осадки, все. Но животноводством не занимаются. Шамиль, я вам хочу добавить вот твоим словам. Все правильно ты говоришь, я согласен. И я думаю, уважаемый Рамазан тоже самое не даст соврать. Во всем успешном сельхозплане мире, вот я так фитиевато выразился, цены регулируются, цены на сельхозпродукцию регулируются в том числе дотированием этого сельхозсектора. По-другому нигде, даже в успешных странах, где сельское хозяйство хорошо развито, там, промышленный там, рост и так далее. Понимаешь, поэтому у нас этого нет. Вот это не единственный способ регулировать цены, мы это знаем, но дотировать надо, и дотировать надо напрямую к успешным хозяйствам, мини-успешным там. Это все работа очень скрупулезная. У нас тоже дотируют, мы знаем, как дотируют. Туда отдай, обратно отдай, и это дотация, это фитина грамота. Поэтому это вопросы, кстати говоря, в том числе и к правительству Меликова, безусловно. Здесь Булаш спрашивает, реально ли это торпедирует Меликова? Да, реально торпедирует, наверное, да. Это реально. Вот я, например, мне говорят, я сегодня тоже разговаривал, я консультировался по ситуации с Меликовым, да, с серьезными людьми. Я сказал свою точку зрения. Вот нам говорят, Сергей Алимович Меликов в Москве, какая-то квартира, там что-то, да. Вот меня интересует в Дагестане что? В Дагестане особо он в шикарных костюмах не ходит, я его что-то не видел в таком выпуске. Нет, черном нету. Обычно, по-моему, здесь в квартире, да, живет? Где он живет? Этот... Я даже не знаю, где он живет. Что-то, честно говоря, тоже нет. В принципе, переизбыток животных, это я знаю в Дагестанском районе. В принципе, ничем таким броским Меликов здесь, вот у нас в Дагестане. Я не знаю... Там в Москве что было, когда было, зачем было, вот я не знаю. Вот мне как бы интересно в Дагестане. Вот что делает он о Дагестане? Вот нам надо здесь в этом плане разговаривать. Я, например, не слышал, чтобы ему кто-то давал взятку. Я не в курсе. Я не слышал, чтобы он за какие-то деньги кого-то где-то назначал. Вот тоже не слышал. Раньше как было, да? Сразу информация поступала нам. Мы сразу узнавали картину. Коррупционная составляющая какой-то. Единственная проблема есть, Александр Михайлович, да? Единственная проблема есть у Сергея Алимовича, вот этот контингент, который все годы всех руководителей республики подставлял, они еще сидят там,
в этом здании Белый дом. Они еще там же сидят и поставляют. Они опять делают такое же, вот как раньше. Вот мне, например, не впечатляет, когда я вижу информацию. Сергей Алимович встретился с этими, там, сказал кто-то, кто-то. Сергей Алимович там поздравил кого-то, сказал кто-то, кто-то. Ну, Сергей Алимович, слушайте, вот вы скажите, что Сергей Алимович сделал для Дагестана полезно. Вот эту информацию выдайте. То, что поздравил, все, отправьте это поздравление министру здравоохранения, если министр, там, день медика, или там министру строительства, там, если день строителя, и так далее, и так далее, и так далее. А нам, пожалуйста, если даете информацию, скажите, вот Сергей Алимович вот такой вопрос решил, что было то-то, то-то, то-то. Вот он фактура. Те, кто это делают, Шамиль, те, кто такую информацию подают, они примитивно мыслят. Примитивно. Они думают, они делают пиар, в хорошем смысле слова, руководителю. Да не так, для народу это не надо, кого там поздравил, с кем там заручкался. Да. За редким исключением. Да. Это... Надо делать о каких-то событийных, более серьезных вещах. Ну, правильно? Да, да, да. Вот, поэтому... Я тоже несколько слов на Булача вопрос, который он задал насчет Меликова. Мы, Булач, смотри, что происходит. Ни один человек не говорит об экономических проектах, которые ставит перед правительством Меликова. Ни один человек не говорит о его усилиях по привлечению финансов в республику. Ни один человек не говорит, он что через Совет Федерации тоже представил Дагестан, в каком состоянии находится. Если там думали, что здесь красота, здесь все хорошо по предыдущим отчетам, вдруг Мелико выходит, что здесь даже туалетов нет, и канализация такая плохая, и все практически реальное состояние дел в Дагестане, это Мелико представил. Но нам что подают? Об этом никто ничего не говорит. О Меликове, с практической точки зрения, о его методах работы, о его методах правления, ни одно слово. Нас отсылают к каким-то предыдущим, когда-то, где-то есть квартира или нет. Где она квартира, чья она, кто ему подарил. Или как эти, вот это мелкое, вот это жлобское дело нам передохотят, очернить его, поэтому Булач. Тебе, наверное, так как ты умеешь ходить, и к Шейх Саиду тоже недавно видел тебя выступающий, сходи к Мелику. Скажи ему, товарищ Меликов, Сергей Алимович, информационное поле вокруг вас, на которое вы очень слабо внимание обращаете. Он там сказал, я не сижу в сетях, мне Инстаграм не нужен, там, то есть это его ошибка. Ему скажи, что есть дагестанцы, которые хотят вас поддержать, Сергей Алимович. Хотят, чтобы вот это окружение, которое вы сохранили, переходящий как красное знамя. Красное знамя, да. 30 лет вот эта группа чиновников, кланов, которые как бы притихли, как бы не высовываются, но крутой саботаж идет, они практически хотят Меликова представить как совершенно не того человека. Уже пошли атаки косвенные. Поэтому, Чанкалаев, Булач, сходи к нему. Мы тебя поддержим, и Шамиль поддержит, я поддержу другие. Пока потенциал Меликова для Дагестана не выяснен и какого высота его план, вдруг мы потеряем одну из самых сильных благожелателей для Дагестана, так и не попробовав, не испытав его. Поэтому сейчас на данный момент вот эти все нападки надо отразить, Меликова защитить и ему помочь. Если дагестанцы не помогут, он Дагестану тоже не поможет. Поэтому, Чанкалаев, наши старших поручений тебе, найди ход и сходи к нему. Я хочу сказать тебе, ты вчера вот не был у тебя, да, Рамазан? Mm-hmm. Я вчера Хизы Исаевича тоже видел, общались мы с ним. Mm-hmm. Вот. И какие-то новости будут на следующей неделе. Много говорить не буду, но какие-то новости выйдут. Вот. А так, по поводу Сергея Алимовича, мы сегодня приняли решение, общественники, да, обратимся к нему о встрече членов Координационного совета НКО Дагестана Сергея Алимовича Меликова. У нас есть что ему сказать. У нас конкретно есть что сказать. Нам нужен не такой разговор, когда 60-70 человек собирает, и не поймешь, глаза у него вот так, и поговорили, более хорошо. Тесный круг, но более продуктивный разговор будет. И еще, Шамиль, извини, пожалуйста, я тебя перебил немножко. У вас в силах общественной палаты собрать круглый стол экономистов республики. Вот к Яхебу Чаеву можно сходить, у него очень хорошие экономисты. Посмотреть круг, они там, и вот Денга Халидов тоже собирал очень хороших, Денга Шахрудинович, хороший круг экономистов старой гвардии.
молодая гвардия у Яхибучаева. Вот их собрать, аккуратно перед ними поставить задачу, вот чем мы можем получить Меликову. Мы всегда, Шамиль, вот что у нас беда, да? Может быть, даже Васильев тоже был бы до сих пор с нами, если бы мы не стали бы как зрители со стороны смотреть на то, что происходит на ринге, оставив их одних вариться с этим чиновничем, оравой чиновников, которые засели там конкретно. Вот если бы мы могли бы... Вот сейчас вот я вам попросил бы сейчас, наверное, Абдул-Мумина надо Магомедовича попросить, вот чтобы конкретно... Я тоже вам помогу собрать экономистов и перспектива, ближайшая перспектива. Да, мы не будем 5 месяцев, 10 месяцев говорить, потому что земля меняется. Вот смотри, данный момент, почему я это попрошу вас поспешить? Если корма кончились, если бараны кончились, мы через месяц вообще без мяса останемся. Или нам надо заменить другими пищами, там консервы завести. Правительство должно заказать в других местах, где мясо есть, из Турции, или там откуда Турции вообще навалом мяса они могут, или из других стран. Ну что, чем-то заменить. Дагестан должен существовать. Если вообще бросить ни о чем не следить за ним, да, люди вообще уедут отсюда. И так они уезжают. Поэтому вот Абдул-Мумин Магомедович, председатель общественной палаты, попроси, конкретно ты член, ты имеешь право с ним разговаривать, и все. Что есть, скажи, что общественность Махачкалы беспокоится о том, что экономическая перспектива, те люди, которые около Меликова, не предлагают ему. А те, кто могут предложить, их никто не зовет. Мы соберемся и предложим. Вот я же, когда Сергей Алимович сказал на той встрече о проблемах, Сергей Алимович, по пункту я ему, вот, по его же предложениям, которые он сказал, его же основные моменты, по которым он приехал в Дагестан, его там коронавирус, социально-экономическая ситуация, взаимодействие с гражданским обществом, и президент сказал декриминализация. Вот по этим четырем позициям я ему, когда конкретно по фактам высказал, да, своими, он же понимал, что в Дагестане же тоже дураков нет. Помимо, я понимаю, там кто-то там говорит то-то, там что-то там воздушное, да. Но и прямые вещи, и прямые вопросы же тоже задаем, проблемные. Мы не стесняемся, мы любым это говорили. Нам без разницы, он генерал военный, а нам с военным легче разговаривать, чем каким-то другим человеком. Гораздо легче разговаривать с медиком. Он более понятен в этих вопросах. Но мы можем ему сказать еще реальные проблемы, которые существуют у него там. У него там. И приводить факты конкретные можем. Где, что, чего, где упущение, о чем народ говорит, мы можем ему прямо сказать. И поэтому мы будем предложим о том, чтобы была с нами встреча в более компактном кругу, но более продуктивная. Я думаю, это будет ему полезно, тем более он сам обещал встречаться с общественностью каждый квартал. Если он нас услышит, он сделает этим хорошо и Дагестану, и себе. Если он нас не услышит, и будет та же самая, вот как раньше была, да, ситуация. Ну, а что тогда говорить? Мы, вот просто смотри, Рамазан, просто простой пример. В конце июня мы стали членами общественной палаты, так же, в прошлый год. До сих пор удостоверения нет ни у кого. Это что такое? А у нас есть. Да, у нас в Курсовете. Я сегодня удостоверение члена Курсовета МКО Дагестана выдавал вот нашим коллегам. Я выдал удостоверение члена Курсовета. Членов общественной палаты удостоверения нету. Ты, Рамазан, можете это представить? В конце июня стали членами Стыдно. Общественной палаты. Стыдно. Даже при Абдул-Латипове первый год он дал удостоверение к 8 марта. В конце июня стали, к 8 марта. Сейчас, 11 сегодня, уже, мы уже Абдул-Латипова перещеголяли, но все равно удостоверения нет. А знаешь, в чем дело? Васильев не давал удостоверения членам общественной палаты. Подпись не ставил. Не хочу вставить подпись свою под удостоверением члена общественной палаты. Представляешь? Магомед Салам, Магомед Алиевич там был, ставил там, там Мухугин Батович, Магомед Салам, Магомед Алиевич, Рамазан Гаджимурадович ставил, да? Владимир Адуальевич не поставил. Это как понять? Я скажу. Это же ненормально, когда члены общественной палаты даже не имеют удостоверения. Здесь пишут, зачем вам удостоверение? У меня-то есть, помощник депутата Госдумы, удостоверение тоже есть.
Не об этом речь. Но да, когда обращается... Гаи на него не реагирует в любом случае. А? Гаи же на него не реагирует. Не, для этого, все, не а? Для этого же оно делается. Да. Смотри. Для чего удостоверение членов общественной палаты? К нам, в общественную палату, к людям. Ну, я ко всем не говорю, есть там те, которые вообще ничего не делают. Обращаются люди по тем или иным проблемам, связанным с министерством, ведомством и так далее. Чтобы их вопрос решить, разобраться, мы должны заходить в министерство, ведомство. Вопрос, ты кто? Да. Нет, член общественной палаты. Не вопрос, а когда они спрашивают, ты кто? А я член общественной палаты. Документы дай, а документы нет. Ну, поверьте мне на слово, да? Несерьезный разговор. Получается, я уже фактически, ну, я-то могу, но я вообще говорю, да, вот как член общественной палаты. Член общественной палаты, он не может зайти в министерство ведомства, потому что на проходной сказать, вы кто, я член общественной палаты. Зачем? Просто дайте документ. А документа нет, верьте на слово. Это же ненормально, Рамазан. А люди смотри. Ждут, что ты ему поможешь, решишь вопрос. Вот я, например, захожу в Минтруда. Они говорят, вот там то-то, то-то, то-то. Мне говорят, документ дай. Нет, я даю документ помощник депутата Госдумы. Она статус круче, конечно. А если бы у меня документ не был бы? Мне, чтобы вопрос решить, мне надо всех людей поднимать надо было, чтобы просто пустили внутрь. А так я захожу в отдел, бах-бах-бах, вопрос решил, перезвонил, салам алейкум, твой вопрос решил. Понимаешь? А если я знаю, что у меня там целая головная боль, мандата нету, ничего нету, как я помогу решить вопрос отдельного взятого дагестанца? Ну как? Мне это нервотрепка будет, потому что мне зайти даже будет проблема, понимаешь? Фактически ситуация такая, что специально торпедируют, чтобы член общественной палаты ничего не мог сделать. Понял? Естественно, если тебе мандата даже нет, как ты вопрос? Администрацию города люди как зайти? Документ покажи. Опять нету. Как вопрос решишь? Вода течет там, электричества нету, еще что-то. Ну, разные вопросы там. Садики, школы и так далее. Вот что происходит, Рамазан. Я другим тоже это говорю. Очень плохо, конечно, очень плохо. Это же ненормально. Ну, сейчас... На нашем заседании, кроме всего прочего, было предложено, ну, в частности, я на это предложил, не только вот раз в 3 месяца, как обещал Меликов, встречаться с общественниками, что я бы сказал, не то, что просят, уже требуют, бывает, да? Да. И все мы. Но еще, кроме этого, это встречи, понятно, и встречи конкретные должны быть. Но кроме этого, было бы неплохо, если бы запрашивались, был бы канал, отработанный канал с каким-то из вице-премьеров, советников, чтобы мы общественность, вот, в лице Корсовета, могли подавать письма напрямую, ну, напрямую как, через кого-то, наверное, кто-то ответственный, все было бы. Напрямую, не просто письма просьбы, экспертные заключения по отдельным вопросам на данный момент и пути их решения, если они таковые будут. И чтобы вот этот весь потенциал общественности, а он не маленький, чтобы он доходил как быстрее, минуя всю эту бюрократическую отписку и так далее, которая часто бывает. А вот есть и факты, о которых мы сегодня говорили, где просто не отвечают. Кстати говоря, несколько лет назад такого не было. И вот та норма, которая в течение месяца государственные органы обязаны отвечать, они нарушаться стали. И регулярно. Они при Василию нарушались. Да. Сейчас-то мы еще не проверили, кстати говоря, уже написали письма, не знаю, там еще месяц не прошел, мы кое-какие моменты написали, даже не на главу, речь не о главе идет, даже вообще какую-то инстанцию. И если раньше, там, предыдущие годы, ответы были, пусть отписки, но были, или конкретные ответы, вот при Абдуалиевиче уже этих ответов могу и не получить. Да, и не приходили. И это ненормально. А я предлагаю, и все согласились, чтобы на этом очередном, ну, меня, наверное, скорее всего, не будет, я специально не приеду, но, тем не менее, есть товарищи, которые озвучат, и Шамиль, прежде всего, чтобы не только раз в 3 месяца пришли, поговорили, а чтобы был канал, такой оперативный канал, где общественники, эксперты тоже есть среди нас, могли бы давать заключение на текущий момент событий по разным вещам. Вот. И еще раз, еще одно хочу сказать. Было сказано, и я подчеркиваю, что общественные деятели, если это реальные, не там, не картонные, как я называю, а они у нас есть, которые годами занимаются, которые уже посидели и постарели на этой деятельности. Это я сказал бы, это золотой фонд, пускай это звучит банально, общество, они делают это бесплатно. Второе, не рассчитывая ни на какие должности. И вообще по велению сердца и души. Этих людей должны на руках носить и как-то хотя бы отмечать. Хотя бы собственным присутствием на их заседаниях или кого-то отправлять. Это, я надеюсь, будет сделано, и это приятно, и это полезно для общества в целом. Вот здесь были вопросы, я вот сейчас, так, на год, не на год, на 3 года дается удостоверение, но нам, я же говорю, еще не дали.
Так. Общественные палаты не дали. Не дали, общественные палаты еще дали. Шамиль, вот такой. Ага. Юсуф что-то спрашивает, Газеев, это наш бизнесмен. Решать проблему отдельно взятого человека, это одно и то же, всегда присутствует. Вам на таких общественных площадках надо поднимать более серьезные проблемы экономики. Ну вот об этом же говорим, Юсуф, мы как раз таки, да, пригласить экономистов. Вот Яхья Бучаев, да, ректор этого нархоза, очень вперед идет. Он всегда, даже он может, смотри, Шамиль, даже не у вас, у вас-то хорошая площадка, честно говоря, там хотелось бы. Он даже у себя может собрать вот такой круглый стол экономистов, я их обучаю, и к ним познакомься с этим человеком. Это хороший экономист. Я знаю. Знаешь его? Хорошо. Второй вопрос у меня к тебе, Шамиль. Вот Меликов, да, на него атаки пошла. Что-то Хизри Абакаров выпал из политики. Хизри Абакаров? Твое мнение есть, что сказать, Владимир? Я не знаю, я не в теме. Я не знаком ни с Хизри Абакаровым, ни... Я сейчас скажу, Рамазан, секундочку. Мне сложно сказать. Сейчас он документы принесет. Ну, я видел Хизри Абакаров. Вот, вот, документы пошли, документы. Да, я вот специально, не поверишь, взял положение о госсекретаре. Одевайся. Вот его статус, да, и чем вот его работу специально вот взял. Государственный секретарь? Да. Ага. Взял. Интересно. Государственный секретарь республики является должностным лицом, оказывающим непосредственное содействие обеспечению осуществления главой республики Дагестан отдельных своих полномочий. Отдельных. Государственный секретарь является лицом, замещающим государственную должность республики Дагестан. Госсекретарь назначается на должность, освобождается от должности главой республики Дагестан. Госсекретарь подчиняется непосредственно главе Республики Дагестан и подотчетен ему, только главе. Госсекретарь своей деятельности руководствуется Конституцией, федеральными законами, указами, распоряжениями и так далее, так далее, так далее. Основными задачами госсекретаря являются содействие обеспечения реализации государственной политики в экономической и социальной сферах. Информирование главы Республики Дагестан об общественно-политической ситуации и социально-экономическом положении в муниципальных образованиях Республики Дагестан. Содействие в обеспечении исполнения правовых актов и поручений главы Республики Дагестан органами исполнительной власти Республики Дагестан и органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан. Госсекретарь осуществляет следующие полномочия. Анализирует состояние дел по вопросам, отнесен к его компетенции и осуществляет подготовку соответствующих предложений главе Республики Дагестан. Участвует в деятельности советов и комиссий при главе Республики Дагестан. Участвует в подготовке ежегодного послания главы Республики Дагестан Народному собранию Республики Дагестан. Участвует в формировании планов работы главы Республики Дагестан и их исполнении. Взаимодействует с органами исполнительной власти Республики Дагестан, территориальными органами, федеральных органов исполнительной власти по Республике Дагестан, органами местного самоуправления, муниципальных образований, организациями и гражданами, рассматривает по поручению главы обращения граждан и иную корреспонденцию. Госсекретарь имеет право участвовать в совещаниях и других мероприятиях, проводимых главой, участвовать в заседаниях, совещаниях и других мероприятиях, проводимых правительством Дагестана, коллегиях органов исполнительной власти, запрашивать и получать в пределах своей компетенции и в установленном порядке необходимые материалы от органов исполнительной власти Дагестана, территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти, а также от органов местного самоуправления, муниципальных образований Республики Дагестан, организации должностных лиц, представлять по поручению главы Республики Дагестан интересы Республики Дагестан в федеральных органах государственной власти, информировать главу Республики Дагестан об исполнительной дисциплине при исполнении правовых актов и поручений главы Республики Дагестан, формировать временные рабочие группы по выработке предложений главы Республики Дагестан, а также выполнение его поручений, пользоваться в установленном порядке банками данных администрации главы и правительства Республики Дагестан и органов исполнительной власти Республики Дагестан, использовать государственные, в том числе правительственные системы связи и коммуникации. Организационное обеспечение деятельности госсекретаря осуществляется самостоятельное подразделение администрации главы и правительства Республики Дагестан.
материально-техническое, информационное, социально-бытовое, санитарно-медицинское обеспечение деятельности госсекретаря осуществляет администрация главы и правительства Республики Дагестан. Вот и все. А кушать когда он должен? Кушать в обед. Кушать в обед. Вот. Поэтому вот просто вот многих людей бывают вопросы, что, вот какие полномочия, какие функции госсекретаря, что делает. И поэтому взял специально, чтобы вот у меня был в руках, чтобы можно было что ответить. А то вот часто задают вопрос, что не произойдет, воды нету. К Хизри Абакарову надо зайти, у нас воды нету. Свет выключили, надо к Хизри Абакарову зайти. Выгнали откуда-то там, надо Хизри Абакарову. Посадили кого-то, надо Хизри Абакарову. Ну, слушайте, я говорю, у него же есть свои полномочия. Есть, который, что он может, что он не может. Сами Витальевич, вопрос можно? Да, давай. Скажи, пожалуйста, можно мне не показывать? Вопрос да. Просто. А кто был раньше вообще? Боже, огласите весь список всех госсекретарей, которые у нас... Нагибата Алаудиновна была раньше, да. Потом была пауза. Пауза была, но должность, она не ликвидирована была. Да. Просто ее никто не занимал. Вот оно что. Да. Оба-на. Да. А почему, как думаешь? Ну вот, она штатная единица была, но ее никто не занимал. Интересно. Да. Я это тоже спросил. Да. Интересно. Да. Вот такой момент. Поэтому... И вот люди у нас правовое, например, да, вот ситуация, вот выборы, да, муниципальных образований. Сами Мутанович, еще один вопрос, я как это интервьюирую тебя, как Познер. Да. А есть еще какие-то должности, которые есть на бумаге, но не заняты никем? Можно разузнать, а? Ну, такие вот темные такие должности. Знаешь, я тебе одну скажу. Когда уже час икс настал, и бывшая администрация уходили, так. То там один наш человек запросил свободные штаты и пошли, помнишь, да, это назначение? В конце сентября массово пошли назначения. Наконец. Там кому-то на туфли денег не хватало, видимо, на с крокодильей кожи. Я же спрашиваю. Вопрос под ковыркой. Да. Так, в круглом столе, так. Ахмед Набиев, видишь, пишет, что... Оставьте, говорит, так, я тебе разговариваю. Совершенно ненужная должность. Ну, как сказать? Ну, что-то, да. Просто у нас, знаешь, у нас как личность, да? Фактор личности никто не отменял. Это. Вот Хизри Абакарова знаю. Какую бы должность не дали, Хизри Абакаров, да? Как привыкли, да? Что он такой прямолинейный, может, бах, там он как бы однородный, и люди как бы это понимают. А есть люди, которые в системе органов госвласти работали, они уже оторвались от народа, они народ видят только по телевизору там, или с окна персонального автомобиля. Вот. Поэтому, ребята, здесь мы должны тоже, гражданское общество, мы информируем, мы общественники, да, мы информируем реально о картине, которая согласно закону, да, по закону мы должны действовать. Не так, как это. А что ты не хочешь связать меня с Хизри Абакаровым? Я говорю, потому что твой вопрос не является его функцией. Поэтому говорю. Шарим Итальевич, можно еще один вопрос? Да. Сегодня у нас вечер. Да, говори. Меня можно не показывать. Да, хорошо. Значит, как вы считаете, вот наше гражданское общество, извини, что на вы, наше гражданское общество по пятибалльной системе, дагестанское гражданское общество, по пятибалльной системе насколько развито? Какую бы оценку ты поставил? Трешку. Так вот, к вопросу. В прошлом году мы на нашем круглом столе правительству Сдунову тоже трешку поставили. И то с натяжкой. Три с минусом. Да. И это меня наталкивает на мысли. Мы на трешке, общественные деятели, да? Правительство на трешке. Ну, было. Вот. А почему может не быть, понимаешь? Может быть, вот это взаимосвязанное? Я ставил вопрос. Вот да. Смотри. Говори. Вот. И я, например, не забудь. Я, например, я никогда не был на правительстве заседания, совещаниях, которые проводил Сдунов. И слава Богу. Нет, это плохо. А, в этом смысле, да. Потому что они, например, у Абдусамада был. Мы как? Были мероприятия, некоторые приглашали. Иногда там, 2-3 раза я вот был. У Здорова не был. Почему? Да. Они знают, кого приглашать. Ну, неужели так глубоко они задумывались, кого приглашать, не приглашать? И настолько это все было проницательно? Ну, пригласили бы. Вот, микрофон не включили бы тебе, и все, по большому счету. Нет, а так ты был. Не об этом речь. О чем? Вот представь себе, я пришел, смотрю, что они говорят. Я же свое мнение вынесу, потом выйду и напишу. Ну, ты и так выносил его, потому что узнавал. Нет, это не общаясь с ними, как бы да. Со слов. Да, тоже. А вот когда напрямую видишь, я бы точно видел бы, о чем они говорят, хоть польза есть от их разговора.
предметный ли разговор, будет ли эффект от этого. Мы же опыт имеем большой, мы уже сидим, мы уже знаем конкретно, что будет, что не будет. Конечно. А некоторые придут, они общественников берут такого, ну, как тебе сказать, мягко, которым за счастье туда попасть. Да, он уже... Они забудут вопрос задать, они счастье, он попал в это здание, он рот откроет, как, блин, плен, вот рот до ушей от счастья. Он забыл, что он... Еще сфотографироваться успеет. Селфи будет делать. А вот таких дурачков они приглашают. Почему? Потому что от них проблем не будет. Он счастлив, что его туда пустили, и проблем не создаст внутри. А ты думаешь, что это для них проблема? Даже в том случае, если какая для них проблема? Как если утерлись и все. Вот что Рамазан отчет думает, на самом деле. Это вопрос очень... Вообще оценка общественности нашей, гражданского общества. И вообще тоже то, о чем мы говорим. Похоже же. Они приглашают себе вот таких ручных. Этот человек ему ничего не говорит, и ждет, думает, вот тебе общественники были, рот не открылись, значит, и все нормально делали. Понимаешь? И поэтому у нас все было ненормально. А если бы они Волков пригласили бы туда, вот как Рамазан Рамазанов, например, да? Который палец в глаз засунул бы Стунову вот так, еще поковырял бы. Эй, человек, смотри. Думаешь, сейчас, а сейчас, думаешь, пригласят? Пока не приглашают тоже, да. Ну, время тоже, покажет. Тоже. Ну, посмотрим. Да. Там пузатый парень, этот председатель правительства. Я-то его видел, но на заседании с ним не был. Хаджи Мурад. А правительство его видел. А? Отвечая на вопрос Хаджи Мурада о степени зрелости нашего общества, если судить по всем структурам, которые здесь созданы, да, Общественная палата, Совет старейшин, Совет, экономический совет при главе, Совет по образованию, все эти советы и советчики полностью упакован Дагестан по полной программе. По этому показателю мы, наверное, занимаем из 5 баллов 5. Но вот когда эти советы никому ничего не советуют, или их советы превращаются в пустое место, никакого совета никто не ждет, и никто не принимает их советы, то тогда надо поставить единицу. Почему? Потому что народ даже этим советам не доверяет. Народ полностью отошел от политики. И в этом отношении мы перспектив не имеем. Почему? Потому что вот сейчас мясной коллапс, да? Ни люди ничего не говорят, мусорный коллапс, ни люди ничего не говорят, ни правительство ничего. Вот каким-то образом. Вот умер, люди заболели в Каспийске, да, это наш город. Да. Тяжелейшая проблема. Опять-таки, несколько человек сказали, а кого наказали, кого убили, кого расстреляли, кого закопали в землю. Никто же этого ничего не сделал. Вот сейчас такой же коллапс нас ждет энергетический. Потому что вот это изношение линии электропередач и потребности электричества же возрастает. Мы в современную цивилизацию входим. У нас, если на всякий случай, если газа не будет, многие купили электроприборы, потребление всегда возрастает. Хотя мы на очень низком уровне. Энергопотребление, да? Это звонит, это Рамазан. Только 1300 киловатт только мы потребляем. Когда американец потребляет 13 800 киловатт-часов. Поэтому сейчас ждет нас энергетический коллапс. Вот казалось бы, вот посмотреть, вот Артем, вот эта большая площадка, туда подтянуть новые возможности, новый уровень, как сказать, там, мощности, новые мощности. Этого не делается. Избербаш, Дербент, они страдают без электричества. Туда линии электропередач, вот пригласили сюда электросети, Россети. Какую вы собираетесь вот, в ближайшей перспективе 2 года? Можем ли мы ожидать потребление, возраст, подключение новых мощностей? Об этом никто ничего не говорит. Поэтому, Хаджи Мурад, мы практически, отвечая на твой вопрос, я заканчиваю на твой вопрос, незрелость нашего общества говорит о том, что мы не видим. Вот человек, когда болеет, он знает, или умрет, или вылечится, да? Или примерно думает, что такое. Если умрет, он делает васьет, чтобы его похоронили. Если умрет, там лекарства там, и так далее. Это вот такой обычной живой работе пока что правительство не начало. Никогда и не было. Раньше тоже не было. А сейчас... Я хочу добавить вопрос задать. На меня не переключая. Опять же, я сегодня какой-то, получается, такой корреспондент, задающий вопросы, но мне это очень интересно. Ваше мнение не знает, а не мое. Вот мы давнишние, как говорят, не говорят, что старые люди, а давнишние. Мы помним
Дагестан, когда общественное мнение, это при советской власти было даже, общественное мнение по поводу каких-то там убийств, я не знаю, каких-то событий, там, вон выходящих там, судебных процессов, такие тоже были тогда, было очень, очень высоко, я скажу, общественное мнение влияло на ситуацию в целом республике, на руководство в том числе. И я не скажу, что даже могли люди выйти на улицу и что-то там, не только 1 мая. А вот сейчас у меня лично сложилось впечатление, что общественное мнение, все как-то копаются на своем, там, общественники да что-то шумят. Вот, уважаемый Рамазан, и Шамилю, наверное, тоже вопрос. А вам не кажется, что на самом деле у нас вот этот градус общественный, это хорошо или плохо, тоже не знаю, на мой взгляд, это плохо, что людям все равно, и мы же не будем говорить про братьев убитых, за которых там никто толпы не выходили. Ну, вы посмотрите, французское общество, там, не знаю, американское, не дай бог, да, там, даже московское общество, люди выходят мирно, не надо там переворачивать, люди выходят и выражают свое мнение. И иногда это лучше, чем его не выражать, на мой взгляд, потому что оно выплескивает, и власть видит, что люди недовольны. А у нас, как-то я давно не видел, чтобы люди выходили, что-то, кроме общественников. Как вы думаете, на самом деле, вот это незрелость все-таки наша, или это такая специфика? Рамазан или Шамиль тоже? Вопрос. Рамазан отвечает, да. Я продолжу, да. Ввиду того, что экономически очень плохие условия у нас, и отсутствует рост, социальный лифт человеку, который очень грамотный и толковый, попасть в правительство там, или попасть в управление, многие уехали отсюда. Да. А те, которые остались, они практически никогда не участвовали. Французы, они завоевали революцию, они завоевали эту власть, и они сами туда ставят. Мы, как инкубаторские, на ферме коров кормят, коров поили и держали нас, кого надо, когда надо туда гоняли, когда надо сюда гоняли. Нас, дагестанцам, никогда права не давали ни выбирать, ни участвовать в общественной жизни. А те, которые хотели, выдавливались из республики, поэтому 99% населения не участвует в политической жизни, поэтому перспектив, что мы в ближайшее время будем участвовать, хотя бы каким-то образом влиять на наше правительство в худшую или лучшую сторону, не существует. Поэтому, наверное, надо успокоиться, плюнуть на это все и спокойно сидеть, потому что я не вижу перспективы. Вот тебе на. Шамиль, ты... Она правильно говорит. У нас само общество пассивно. Оно сидит в интернете, напечатает, все, да? И потом вот так делает. Фу, я славно поработал и идет спать. Понимаешь? Да. Вот и все. Они считают, что они свою позицию высказали в интернете, в социальных сетях написали, там тот такой, тот всякой, то все. И завтра все изменится. Славно поработали и с чистой совестью спать ложатся. Да. Да чихать хотели на ихнюю писанину. Чихать. Властям начихать на ихнюю писанину. Вот поэтому у нас ничего не получается. Они много говорят в интернете, а вот живьем никто ничего не говорит. Живем, ничего не говорят они. За редким исключением. Помнишь, Компартия митинг делали против пенсионной реформы? 200 человек приходило. Три раза пришли, там пару раз по 200 человек, один раз где-то 500 человек пришло. Все. Да. На миллионную Махачкалу. Фу. Что говорить дальше? Сами виноваты люди. Согласен. Сами виноваты люди. Долбают. Долбают так, что скрежет. Почему? Потому что народ... Если им скажут, да, завтра вас вещать будем, вещать на площади будем, они прямо говорят, скажут, веревку с собой взять или у вас своих есть. И понял? И я продолжу, да, с твоего позволения, да. Шамиль Хаджимурат. Вот да. Смотрите, вот когда мы критиковали правительство Зунова и Васильева, полностью, практически вскрыли ихнюю подноготную, ихнюю работу, ихние все, куда камеры ставят, куда чертово колесо приводят, куда деньги уплевают, счетную палату подключили, поругали нашу счетную палату, что она от страха, что мы дальше будем пугать и гонять, они пошли туда предлагать. Практически мы прогнали Зунова. Посмотрите, кто на ихнее место пришел. Пришли те, которые видели вот эти нарушения, тихо сидели, и их поставили во главе правительства. Нас, которые мы предлагаем решить. Ведь практически весь мир сейчас, весь Дагестан, даже Меликов начал говорить об очистных только с моих слов. Это же я, как специалист, с первого раза, когда выборы были в 2016 году. Вот тогда же это я придумал. С тех пор я каждый день стихи пишу, не стихи, статьи пишу о том, что нету канализации, нету очистных. Сколько они стоят, где их надо делать. Это, поэтому Меликов сейчас только об этом говорит.
Вот с моих слов, и Меликов говорит, пришел Путин из Ботлиха, когда он уезжал, он говорит, внезапно, его никто не просил. Я вам, говорю, дам деньги, деньги дам на очистные. Ну, все. Теперь смотрите, у меня и друзья тоже ведут. Я их удерживал в Дагестане. Ребята, что-то будет сейчас. Оставьте. На нас посмотрят. Специалисты нужны будут. Все. Нет, не нужны Дагестану специалисты. Поэтому я тоже уеду. Вот сейчас я «Ухо Дагестана». У меня есть большая группа в этом Фейсбуке. Я это тоже закрываю. Эти эфиры тоже я уже больше не буду выходить. Мне уже, честно говоря, никакого интереса нету. Нету поддержки. Если один будет в поле воин, там, или 2-3 человека, Жамиля позовут там, и так далее. Это слишком мизерная часть для этого общества. Если она равнодушна ко мне и к моим друзьям, и тем, которым экономические методы предлагают, решения готовые предлагают, финансово обоснованные, их никто не поддерживает, тогда зачем мне это общество? Плевал я. Поэтому я, наверное, уже очень расстроен сегодня вообще. Даже не хотел участвовать в этой передаче. Ты сегодня, да, ты сегодня не в духах, как говорится, да? Может, утром передумает? А? Может, утром передумает? Утром дядя Рамазан передумает. Он так не сдается. Это он не сдается. Он так... Ну, вечером, понятно. А так он еще есть порох пора. Мы надеемся. Да, дядя Рамазан. Если дядя Рамазан сдастся, тогда что о других говорить? Этих... Слабаках. Они вообще даже не видели. Нельзя там. Такой пример подавать нельзя. Так. Рамазан говорит, не сдавайся, еще рано. Так, все правильно. Нельзя сдаваться. В Ногорской области много ребят, которые приехали учиться в мед с Дагестана. Так как дома говорят, не дают нормально учиться. Есть такой момент, да. Я последний раз выходил, когда рынок переносили 20 лет назад. Помню, как с людьми поступили и понял, что это бессмысленное занятие. Завязал с рынком и с выходом. Я помню, когда рынок, это на ищи казака оптовый сносили. Я фактически был последний покупатель там. Что купил хоть? Весь магазин же был, сгорел. Я заехал, что-то там взял, короче, там заехал, знаешь как? И Чиханака уже там собирались, короче, полицейские. Я объехал оттуда через бордюры, к Шамиля как-то заехал. А вышел на Чиказака, смотрю, ворота так меня выпустили. Уже битва идет, да? Да нет, там в ряд длину выстроились где-то 4 ряда, и в длину, блин, ну человек 100, наверное, и туда 4, ну человек 500, наверное, 400 человек, наверное, было. А с этой стороны народ, торговцы. А я на своем Volkswagen еду, я в окно отпустил, я еду вот так, и народ, эй, Шамиль, иди сюда, орет. Я говорю, народ, мы с вами, короче, туда-сюда, держитесь. Я уехал, и потом, говорят, драка пошла, короче, даже, по-моему, один человек убил, или двое, рядничек убил. Было, было. Я даже, ну, я думал, ну, стали, короче, там, попугаю, что, я на ту, я, кажется, там такая метиловка пошла, там, труп был, я шарил, когда узнал. Да, да, история. Так. Они же для нас... Ну, у нас люди, видишь, когда только себя касается, их тогда только у нас очухиваются. К сожалению, у нас всегда так было. Были украли, вообще не вернули и не конфисковали. А кто будет конфисковывать, возвращать? Так. Где ответы, говорит, на мои вопросы? Ахмед Наби возмущается. Где ответы на его вопросы? Быстро отвечает. Так, что писал Ахмед Наби? А то если мы Ахмед Наби не ответим, он будет ругаться. Так, для блага людей, может быть, повесим Махачау Шанку на площади. Он тоже готов. Рамазан, поджигай газом Газпрома. Не, Махача трогать не надо. Я с Махачом был. Сегодня у нас заседание. Махач был с нами. Он в общественной жизни участие... Но молчал. Молчал. Он молчал. Копил информацию. Так, надо больше рекламы. Ой, реклама, это такое дело. Рамазан, ты прав, однако мы будем надеяться хотя бы на малую часть справедливости. Поздно, поздно. Очень уважаемый Рамазан. Вот. Кстати, о Рамазане сегодня тоже говорил на заседании. Да, кстати, да. Помнишь? Я Рамазан тебя вспоминал сегодня на заседании Коалиционного совета. Добрым словом, кстати, вспоминал. Да. Да. Так, Раджабов Абдулатипову грозит 15 лет и 8 миллионов штраф. В курсе. В курсе. Так, разную информацию дают, честно говоря, о том, что происходит. Сейчас у нас с руководством республики. Но, как мне кажется, все-таки один главный вопрос у людей стоит. Вот, что будут ли изменения, вот последнее, что хотел сказать, эфир кончается. Будут ли изменения к выборам в руководстве республики? Оставит Сергей Альмович или нет? Вот это главный вопрос, который сейчас всех интересует.
Вот это самый главный вопрос, чтобы знали. Мы, я думаю, я не могу сейчас уверенно ответить на этот вопрос. Его все задают. Все. Вот в личку, в разговорах. Потому что выборный год. Будет ли смена руководства, тем более Сергей Алимович, он в РИО. Временно исполняющий обязанности. Он еще не глава. Будет ли его утверждение или будет ли смена? А если смена, то кого? Выборы в сентябре, менять всю эту структуру, а чехарда с составом правительства. Эти еще не утвердили, да? Еще временно исполняющие обязанности министров там многие. Да, поэтому вот этот вопрос такой тяжелый. Что скажешь напоследок, дядя Рамазан? Просто было приятно всех видеть. Сегодня мы оба в бордовых рубашках, заметил, да, Рамазан? Совпали на бордовом фоне у меня, правда, тоже еще. Здоровья! Здоровья, еще раз здоровья всем нашим дагестанцам, чтобы все-таки не были сторонними наблюдателями. Про Гунарского мы уже говорили, чтобы сторонними наблюдателями не были, надо все-таки повышать свою гражданскую позицию, активность. И чем могут, пусть нам тоже общественникам помогают, на заседание или где-то мероприятие с советом. Вот у кого совет есть хороший, могут дать. Мы всегда выслушаем и примем сведения и озвучим. Даже скажем, кто нам это посоветовал. Хаджимурад, что скажешь? Напоследок. Тоже желаю всем здоровья. Сегодня очень сильно похолодало в Дагестане. Чтобы простуда... Ты нам зиму привез. Я, видимо, привез. Вчера вечером. Да. Ну и более того, хотел бы сказать еще раз в пользу, сказать, общественников, которые сегодня собирались. Очень приятно было мне из Москвы приехать, попасть, как говорится, с корабля на бал. И хочу сказать, что это, ну, абсолютное большинство, это всех не скажу, потому что всех не знаю. Это очень хорошие и чистые люди, которых надо поддерживать. Это, они восполняют недостатки активности нашего общества в целом. Их надо ценить. Их очень мало, и абсолютное большинство их делают это бескорыстно и вообще без каких-либо целей. В частности, я бы за себя, и за Шамиля, и за Рамазана могу сказать. Просто мы хотим, чтобы мы стали чище, лучше. Дай Бог. Все, спасибо. Спасибо, друзья мои. Давайте здоровья, удачи. На связи. Абхмед Абид, заходи, Хинкал, в любое время.